моем репертуаре недавно появилась замечательная песня. Она еще, правда, не совсем раскручена, так я ее спел в каком-то новогоднем огоньке, но она классная. Я вам предлагаю немножко сейчас так расслабиться, и вот сейчас уже дальше в нашем концерте пойдет немножко такой другой настрой совсем, более танцевальный, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы расслабились, получили удовольствие. Знаете, можно закрыть глаза, можно даже встать на месте, вы танцевать хотите, вот выйдите в проход, в общем, пригласите друг друга, прижмитесь друг к другу. Если есть кому чего прижаться там, я что-то плохо вижу, но там, по-моему, совсем немного. 10 человек, да? Сколько? 10? Ну, не важно. Нас мало, но мы сейчас оторвемся. Песня называется «Сизокрылая». Something to you.